Одним из основных вопросов прошедшей коллегии областного управления МЧС стало подведение итогов деятельности органов и подразделений за 2014 год. Тем более, что работы у МЧСовцев, к сожалению, было немало. Всего на территории Брестской области зарегистрировано более 1200 пожаров и две чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Цифра существенная, однако стоит отметить, что общее количество ситуаций, при которых была необходима помощь спасателей, по сравнению с 2013 годом уменьшилось, что говорит в числе прочего и об эффективности проводимой профилактической работы. В республике сохранилась тенденция снижения пожаров и гибельных людей. Это достигнуто действительно такой слаженной работой всех субъектов профилактики. Понимание, вникание и, самое главное, активное участие органов власти на местах. Практически в последнее время меньше мы ищем друг у друга какие-то недостатки, объединяем усилия и идем к людям. Действительно, надзор и профилактика чрезвычайных ситуаций – важная составляющая работы спасателей. Сотрудники МЧС, как и доктора, придерживаются мнения о том, что предотвратить возникновение внештатной ситуации важнее и зачастую проще, чем потом устранять последствия. А потому проверки и мониторинги, а также противопожарные работы проводятся сотрудниками регулярно. К слову, в ходе прошедшего заседания особое внимание было уделено итогам подобных мероприятий, проведенных в учреждениях интернатного типа. Мы сегодня будем рассматривать вопрос, который касается безопасности на предприятиях и учреждениях, где находятся люди круглосуточно. Это интернатные учреждения, их у нас на территории области 30, 17, в которых проживают именно дети. И вот этим объектам особое внимание всегда уделялось, и за последние годы сделано достаточно много. Во всяком случае, те, вот, скажем так, потенциально опасные объекты, где наиболее высокая была вероятность возникновения пожара и со сложными последствиями, там наведен соответствующий порядок. Как и при любом подведении годовых итогов, на заседании коллегии Брестского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям самое пристальное внимание было уделено имеющимся на данный момент проблемам и вопросам. Однако у спасателей Брещины есть и повод для гордости. Трое из семи лучших сотрудников службы спасения республики – представители Брестской области. И это, уверен начальник областного управления Константин Шершунович, еще не предел профессионального мастерства берестейских огнеборцев.